Спасибо большое за донат, человек с никнеймом Фуфел. Текст доната. Мнение, вопрос. На запись, пожалуйста. Спасибо большое донатеру. Ну, клип я смотрю, а мы на стриме слушаем. Сука. Блин, ну короче, да. Саранжировано эпично, пауэрметаллично, типа, и... Стрингсы, все дела, типа, ну че это? Пиратский металл приехал. Блять, смотри. Сломался. Я пока не знаю точно. Прикольные в куплете ходы. Но припев, это же вот этот трючок, я забыл, как он называется. Но... Типа... Я очень... Не очень похоже его изобразил, конечно. Сейчас. Да, себе молечь, короче. Потом вот это вот. Блин. Вот этот, я не помню. Короче, мотивчик. Прям оттуда... Ну он типа спродюсирован мега охуенно, да? То есть вот эти стрингсы супер плотно звучат. Я мотив помню, не помню название, да? Может, это... Карьер, оркестровки, все вот это. Мега безоденешь. Модуляция влияет. Вот а что она сюда переключается? Латынь, что ли, приехал? Ну, короче, эпичности тут больше, чем увлекательности в итоге. То есть не хочется просто... Ну, нет такого, что ты такой слушаешь, да, ох, вот это вот, блин, обосраться и не встать вообще. Может, я и в целом просто не то чтобы суперфанат. Ну, все, Питер, попался, придет смотреть. Попался, тебе спасибо большое. Мне всегда казалось, что они, типа, как минимум, ну, блин, круто звучат, эпично, типа, спета, но... Ну, что-то... Что-то хз, короче. Материал в итоге как бы не увлекает. Какое-то такое мнение, надеюсь, было интересно. Спасибо большое.